Добрий вечір, запорожці! І добрий вечір, запоріжчанки! Минулого року ми тут грали джаз для вас. Цього року хай це буде Piano Rave! Дуже хочеться, щоб щоразу це було щось нове. Якась нова подорож. Are you with me? Зараз мені починають монітор, бо я ніфіга не чую. Я чую лише вас, а це круто. Хочу чути більше. Але може почну чути музику теж. А готові ви до кохання у стилі Запорожсталь? Let's fucking do this. We'll be right back.
Gdyby tak się wsę nawkruchy zawsze spiewalo mnie i dychalo twoje. Це кохання, це моє перше і останнє, тобі так лечить моє, тобі так лечить моє. Следующая песня «Горячо слышно». Thank you.
сам другие помогал. Давайте еще раз начнем. Стоп. Нет, это очень важно. Слова это очень важно. И я забыл посвятить эту песню людям, которые стояли на крыше Чернобыля. Мы начнем еще раз сначала. Окей?
или Яндекс, или Зара, или Рая. Не ходишь по трубе, по воздуху летаешь на метле. Щетка на ресурсе, китайскими руками. Леонардо подкрылся над твоими ногами. Глаза бездонные, как два колодца. Никогда ничего подобного. Я не понимаю, куда же мне деться, прыгнуть разом, перекворкнуться или впасть в детство. Я не понимаю, кто тебе нужен, сапота или шилобота, или нужен. Просто понимаю, что в отсутствии тебя мне станет хуже. Совсем не интересен. Ведь я не понимаю, что же мне делать, когда ты играешь с моим невинным телом. Я не понимаю, куда же мне деться, прыгнуть разом, перекувыркнуться или впасть в детство. Я не понимаю, кто тебе нужен. Свобода решила был твоим мужем. Просто понимаю, что в отсутствии тебя мне станет хуже. Ведьма, ты куда?
And now, ladies and gentlemen, the main fight of the evening. Перейдем к более серьезной музыке, окей? Смысла точка нет.
тебе. Это не последняя станция. Мы будем драться, а врата по билета нет. Не последняя станция. Мы будем драться, а врата по билета нет. Не последняя станция. Мы будем драться, а врата по билета нет. Не последняя станция. Мы будем драться, а врата по билета нет.